художник и поэт. Ты освоил интернет, выложил стихи, картины, удивить, чтобы белый свет. Но в чем проблема? Вот вопрос. Лайков два, один репост. Объясню тебе, приятель, сей печальный парадокс. Изменились времена, прочь тоска зеленая. Никому тут не нужна твоя личность ебаная. Изменились времена, прочь тоска зеленая. Никому тут не нужна твоя личность ебаная. Молодая, ты душевная такая, и глаза твои чисты, как вода голодная. Ты решила, ну просто так, песни загрузить в контакт. Но в комментах все жлют нахуй, вот такой прискорбный факт. Изменились времена, прочь тоска зеленая. Никому тут не нужна твоя личность ёбаная. Изменились времена, прочь тоска зелёная. Никому тут не нужна твоя личность ёбаная. Нахер никому не нужный, а держишь всех за дурачков. Так ты скрути талант потуже и засунь себе в очко. А мы просты, как соли для ванны, и всем понять пора давно. Слышишь ты, творец ебаный, мы хардкор, а ты говно. Изменились времена, прочь тоска зеленая. Никому тут не нужна твоя личность ёбаная. Изменились времена, прочь тоска зелёная. Никому тут не нужна твоя личность ёбаная.